Здравствуйте! В эфире очередной выпуск программы «Формула продаж». С вами ведущий Ярослав Плинк и Татьяна Зайцева. Здравствуйте! А сегодня у нас в гостях Артем Гусаров, управляющий директор компании Kia Motors Rus. Артем, здравствуйте! Здравствуйте! Артем, пожалуйста, несколько слов о компании, конечно же, об автомобилях Kia, да? И, ну, интересный вопрос, на кого они ориентированы, какой сегмент, может быть, какой модельный ряд? Ну, наверное, если пару слов сказать про компанию Kia в целом, то что это, наверное, один из самых наиболее динамично развивающихся брендов в мире, да, от автомобильных брендов в мире. Мы показываем одну из наиболее динамичных, скорости роста во всем мире и в России в том числе. В 1944 году компания началась, то есть, и изначально производила запчасти для велосипедов. И дальше был целый ряд инноваций, наверное, так можно сказать. Первый корейский велосипед, мотороллер, первый корейский мотоцикл. Это все было, то есть это те продукты, которые были представлены компанией Kia первый раз на корейском рынке. И дальше уже началась история автомобильная. То есть это сначала было в каком-то отношении, вместе с другими автомобильными концернами, то есть, как и все, наверное, новые автомобильные компании и России, не исключение, или Советский Союз в том числе, брался за основу какой-то автомобиль, и было совместное какое-то сотрудничество, из которого потом появлялся локальный продукт. То есть то же самое было и у Kia. И в 1967 году как раз и появился первый автомобиль Kia. И дальше уже пошла вот успешная автомобильная, грузовая развитие. И автобусная история компании. И то есть в 1986 году компания вышла на международный рынок. И вот с этого момента как раз появилась какая-то узнаваемость этой компании Kia в мире. А в России когда появились первые автомобили? Ну, тут очень трудно сказать, потому что вот я, допустим, работаю на этом рынке уже больше 20 лет. И, наверное, вот начиная с 93-го, 94-го, я уже что-то слышал про эти бренды. Я знаю, что были отдельные, ну, на уровне дилеров, когда дилеры пытались завозить автомобили и продавать. Насколько я помню, в 2005 году появились какие-то первые официальные дистрибьюторы автомобиля бренда Kia. Это были компания SOG, потом Автотор. И уже с 2009 года компания представлена здесь, то есть компания пришла сама. И вот уже появилась компания Kia Motors Rus, которая 100% принадлежит компании Kia. И мы сами привозим, производим и продаем и обслуживаем автомобили в России. То есть у вас есть производственные мощности в России? Да, безусловно. У нас есть, ну, скажем так, два основных места производства. Во-первых, я бы, конечно, сказал про наш Kia Rio. Автомобиль, который занимает львиную долю наших продаж, порядка 47-46% всех продаваемых автомобилей Kia. Это именно Rio, собранный на заводе, так называемый HMMR, под Петербургом. Вот, то есть там это полностью производство полного цикла, где мы производим, соответственно, эту модель. И за исключением двух других моделей, все остальные у нас проходят сборку на автомобильном заводе «Автотор» в Калининграде. То есть практически все, что мы продаем в России, имеет российскую прописку. Хорошо. Ну, что делает вас уже очень патриотичным производителем. Там, исторически, когда многие корейские производители, не только автомобили, но, например, там, бытовой электроники, выходили на рынки, например, там, Западной Европы или Соединенных Штатов, основным преимуществом все-таки была цена, то есть в какой-то степени, наверное, копирование каких-то образцов и цена, которая определяла, соответственно, политику в продвижении, в маркетинге. Что изменилось с того времени, со времени вот появления на рынке? То есть что на сегодняшний день Kia продвигает уже в качестве основных ценностей? Я здесь, наверное, соглашусь с вами, полностью соглашусь. И, наверное, автомобильный рынок, корейское автомобилестроение, скажем так, тоже прошло через эти стадии. Для компании Kia вот такой поворотной точкой стал 2006 год, когда к нам присоединился наш дизайнер Питер Шрайер, который, по разным оценкам он ходит или в топ-2, на мой взгляд, так он лучший, безусловно, дизайнер, который уже и до компании Kia прославился. И, соответственно, здесь он практически перевернул представление о бренде, вышел с так называемой концепцией, которую называют интересное такое название, как «Тигриный нос». Он таким образом придал узнаваемость бренду он
дал свое лицо бренду. Если вот раньше действительно, когда говорили про корейскую автомобильную технику, говорили, ну да, действительно, добротные, хорошие, доступные, ничего особенного представляющего, да. но просто по такой убойной цене, что отказаться нельзя. Сейчас прошла трансформация, и вот как раз Kia, я считаю, что вот она произошла в наилучшей степени. В первую очередь за счет вот именно Питера Шрайера, ну и, безусловно, за счет нашего, как сказать, разработок, постоянного улучшения автомобиля, потому что у нас существует огромный дизайн-технологический центр, где происходит и много испытаний, по доводке автомобиля, потому что корейским компаниям никто им технологии-то не отдал. Практически все, до всего доходилось сами, своей головой, то есть и своими инженерами, своими инженерными центрами. То есть здесь был прорыв, был сделать именно то, чтобы превратиться вот именно из автомобилей, которые интересен ценой, в то, что в автомобиль, который хотят купить. Да, то есть хотят купить по разным параметрам. И в первую очередь, это я считаю, что по дизайнерским характеристикам, потому что машина действительно красиво выглядит. Это уже не тот автомобиль, который, грубо говоря, ты будешь ставить за углом своего офиса, а этот автомобиль ты действительно можешь поставить перед офисом, перед главным входом, будешь гордиться, что у тебя такой автомобиль. И вот то есть поэтому цена, дизайн, да, то есть, безусловно, это то, что мы говорим. С другой стороны, цена, никто от нее не говорил. Мы не говорим, что мы стоим уже, мы стоим вне рынка, мы стоим очень дорого. Нет, безусловно, это остается атрибутом, скажем так, на бренда Kia. То есть это действительно доступная цена, но просто она уже не где-то находится ниже всех и так далее. То есть она находится в рынке. Мы всегда отталкиваемся от того, сколько, за какую сумму, за какие деньги, за какой набор качества клиент готов заплатить. И именно так позиционируем. А кто основные вот ваши клиенты? Какая категория покупателей? То есть понятно, там автомобиль, там доступная цена, хорошо, при этом он качественный, красивый, яркий. Кто основные покупатели? Какой вот возрастная категория? Я, наверное, не могу выделить какую-то конкретную целевую аудиторию, которая прямо четко вписывается в какие-то возрастные характеристики или по полу и так далее. То есть это автомобиль, который покупается, ну, скажем так, довольно широкой возрастной категории, от, скажем, от плюс 25 до там, 55-60 лет, довольно широкая целевая возрастная категория. Чуть больше мужчин, то есть по статистике, как показывается, но это люди, которые вот именно, и так же, как наш слоган Power to Surprise, то есть мы пытаемся удивлять покупателя, мы пытаемся нашим покупателям дать чуть-чуть больше, чем они ожидают от нашего автомобиля, удивлять их во всем, начиная, как я уже сказал, от дизайна, технологий, цены. То, что они видят, приходя в наши дилерские центры, это тоже определенного рода дворцы автомобильного искусства, которые я могу так назвать, они очень сильно выделяются от наших конкурентов. То есть все вот то, что вот завернуто в этот продукт, и дать это нашим покупателям, чтобы у них получился самый лучший опыт от приобретения, обслуживания и пользования этим автомобилем. Безусловно. Вот. Вот, на самом деле можно отметить, что достаточно много активности на сегодняшний день у компании Kia связано с автомобилями бизнес-класса или, можно сказать так, уже более премиальными автомобилями. То есть В чем причина и, соответственно, что за автомобиль на сегодняшний день представлен в этой линейке? Мы начали вот влиять на бизнес и, скажем так, бизнес и премиальную линейку, премиальный сегмент автомобильного рынка с прошлого года, когда мы вывели на рынок автомобиль Kia Optima. Это вот первый был наш такой пробный шар в России для автомобилей бизнес-класса, и в этом году мы вышли, то есть, ну, скажем так, с моделью, в тот класс, где Kia до этого не присутствовал, это Kia Quaris. Почему? Да? Почему? Зачем нам? Потому что я не могу сказать, что и у нас нет желания от понимания, что мы массовый бренд. То есть мы не хотим становиться премиально-элитным. Нет, это не тот путь, куда мы хотим двигаться. Это, в принципе, работает даже вот немножко в соединении с тем, что мы говорили до сего на предыдущем вопросе, как произошел тот качественный скачок из просто доступных автомобилей именно в автомобили, которые хочется купить. Потому что при том, что автомобиль трансформировался очень сильно, то есть бренд и автомобили в целом, в головах покупателей зачастую осталось понимание, что корейские бренды, это и Kia в том числе, это все-таки в первую очередь доступный автомобиль, который цена самое главное, и если цена она уже куда-то поднимается, значит, нет смысла на нее посмотреть. Вот. И именно с автомобилем Quaris мы заявляем то, что мы показываем нашим покупателям Picanto, Rio, покупателям Седа или Серата, что такое Kia сейчас.
Потому что в каждом из своих автомобилей они могут видеть частичку Quoris. А Quoris это все-таки, я вот считаю, в нашей линейке, это безусловно, и не только в нашей линейке, но на данный момент это такой образец автомобильного искусства. То есть, и мы, кстати, и запускались через искусство. А то уже есть в продаже? Уже с начала этого года было продано. И медийное продвижение, 562 автомобиля мы уже продали для автомобиля, которые только что, то есть, которые не знали. То есть, за нами в премиальном сегменте не идут. Да? То есть, они не знают, что это такое. Поэтому наша задача была правильно запустить этот автомобиль. Но я хотел бы подчеркнуть, что вот для нас все-таки объем в данном случае, сколько штук Quoris мы продадим, ну, не так важен, потому что ну, давайте предположим, то все-таки, если вот мы будем продавать 1000 автомобилей, там 1500 автомобилей в год, то есть мы будем номер один в этом сегменте. Да, то есть уже 560 — это очень серьезный объем для этого сегмента. А продавать 1500 автомобилей — это мы будем номер один. Вот. И что для нас будет? Мы бренд, продающий порядка 200 тысяч автомобилей в год. 1500 это ну, капля, да, то есть это меньше 1%. То есть поэтому, что бы мы ни продавали в этом сегменте, большого смысла с точки зрения объема для нас это не имеет. Для нас важно, чтобы вот именно донести качество и уровень развития технологий компании Kia для наших ключевых покупателей, которые покупают массовые автомобили. Показать такой верхнюю ступень лестницы. Да, потому что он может говорить, да, смотрите, вот эта часть технологий, которую я вижу в Quoris, которая уже является действительно венцом и действительно представляет тот уровень технологий, который в других брендах, то есть иногда даже не присутствует. Но он есть даже в моем автомобиле. То есть мы пионеры зачастую в том, чтобы довести последние технологии до покупателя, который раньше до него не мог рассчитывать. Ну и в принципе с теми же преимуществами, как доступность и, соответственно, немножечко больше ценностей, соответственно, за ту же цену. Опять-таки, возможно, какое-то переключение, тем более на сегодняшний день и бизнес тоже считает деньги, поэтому, в принципе, наверное, это решение востребовано здесь. Да, я могу точно сказать, что, безусловно, проблема этого сегмента в том, что люди, покупая автомобиль в премиальном сегменте, они покупают не автомобиль, они покупают статус. Конечно. Вот. Было бы, наверное, преувеличением сказать, что Kia на данный момент статусный бренд. И мы не стремимся, главное, стать статусным брендом. Поэтому вхождение в сегмент для нас, ну, скажем так, не так просто. Но мы, тем не менее, как я уже сказал, уже 562 автомобиля продали. Я надеюсь, что мы будем увеличивать и наращивать продажи и в следующем году. Но для нас, я говорю, количество в данном случае не играет такого ключевого значения. Как, скажем, для премиальных брендов, для которых это, вот, скажем так, основной хлеб, да, и они вот за счет этого живут. Вот. Поэтому я думаю, что наши успехи за вот этот прошедший год, то есть мы начали с марта этого года продавать эту модель, я думаю, считаю, что более чем достойные. Большое спасибо. Сейчас мы с вами прервемся на небольшую рекламную паузу и продолжим после перерыва. А сейчас рекламная пауза. Здравствуйте еще раз. В эфире продолжение программы «Формула продаж». С вами ведущий Ярослав Плинк и Татьяна Зайцева. Здравствуйте. А я напомню, что у нас в гостях Артем Гусаров, управляющий директор компании Kia Motors Rus. Артем, еще раз здравствуйте. Здравствуйте. Артем, мы интересно в первой части нашей программы поговорили о бренде Kia, о Kia, об автомобилях Kia. Но вот вопрос, который я не могу не задать. Есть достаточно известный родственный бренд, автомобильный бренд Hyundai или Hyundai, я не знаю, поправьте меня, как правильно говорить. Вот как на сегодняшний день строятся отношения между родственными компаниями? Спасибо за вопрос. Он весьма такой традиционный вопрос. Не первый раз я его слышал. Популярный, я бы сказал. Да, популярный вопрос. Я бы на него так ответил. Да? То есть никак мы вместе с ними не живем. То есть в России существует две отдельных компании, которые живут каждый по своим правилам, с задачей максимально, скажем так, удовлетворить покупателей и найти как можно больше покупателей именно для своего бренда. То есть, да, действительно, наверное, где-то наверху мы сходимся в одну точку, но это точно происходит не в России. Вот, то есть, поэтому для меня, вот, как произносится бренд, действительно, я бы сказал, наверное, Hyundai, то есть для меня, по крайней мере,
Но для меня этот бренд точно такой же конкурент, как любой другой бренд, который продается в соизмеримом объеме вместе с нами. То есть, поэтому, ну, вот, наверное, никак. Ну, вот никакого у меня вот влияния родственного бренда на меня это не имеет. Моя задача сделать так, чтобы как можно больше российских покупателей выбрало именно бренд Kia и получило максимум удовольствия от его приобретения и владения. Вот. А, скажем так, в пользу от кого уйдет этот покупатель или в первый раз он ко мне придет, ну, честно говоря, мне не так важно. Ну, более того, даже с точки зрения рекламного продвижения, соответственно, Kia является партнером футбольного клуба «Спартак», а да. Hyundai является партнером футбольного клуба ЦСКА. Это, как известно, антагонисты, поэтому, скажем так, здесь точно должна присутствовать довольно ощутимая конкуренция. Да, действительно, мы гордимся нашим сотрудничеством и партнерством с футбольным клубом «Спартак». Это уже происходит не первый год. Я надеюсь, что оно будет продолжаться и в будущем. И, скажем так, я считаю, что это все-таки немножко случайность, что мы поддерживаем клуб «Спартак», а наш братский бренд поддерживает клуб ЦСКА. Но да, действительно, так оно и есть. И, ну, с нашей точки зрения, мы считаем, что начиная от простого, что по цвету клуб «Спартак» нам очень хорошо подходит. Вот. Но и мы считаем, что вот именно клуб сам, его болельщики, они нам весьма близки по духу. Теперь, может быть, немножечко о продвижении, коль скоро мы уже затронули те же спонсорские проекты. То есть на сегодняшний день в чем приоритет в продвижении бренда Kia, автомобилей Kia в России? Это развитие дилерской сети дальнейшее, экспансия, открытие новых центров, рекламы, ивенты. То есть вот что на сегодняшний день для вас является основным инструментом продвижения? Ну, скажем так, он за последние, вот с момента открытия нашего офиса, он претерпевает определенные изменения. Сначала мы должны были выйти на рынок, потому что при том, что бренд был узнаваем за пределами России, в России про него знали не так много, по продажам мы были, можно сказать, в третьем десятке на тот момент, то есть это до 2008 года, то есть мы не могли пока похвастаться, поэтому нам нужно было, безусловно, узнаваемость бренда поднять, и для этого вот мы шаг за шагом последовательно инвестировали довольно большие средства и в рекламу, чтобы о нас узнали. Безусловно, дилерская сеть это имеет огромное значение, и с первого дня мы уделяли очень большое внимание. Но надо еще понимать, что в каком пространстве это все существовало, что такое был автомобильный рынок, скажем, после кризиса, я бы сказал так, да, то есть у нас был кризис 2009 года, и что произошло в тот момент, когда рынок начал расти. Вот именно в момент кризиса, вот именно в кризисный момент мы очень хорошо, скажем так, повернулись лицом к покупателю. И для вас это удачно, конечно. Да, для нас все это, вот мы в итоге дали именно то, что российскому клиенту было нужно. Дальше был период, который можно было назвать, что победителем в этой гонке, в этом росте рынка мог считаться тот, который, в принципе, дал достойный автомобиль по нормальной цене и, самое главное, в нужном количестве. Да, потому что выиграл тот, все, многие бренды не просто не успевали производить то, что автомобили в том количестве, в котором их хотел рынок. Но уже с конца прошлого года рынок очень сильно изменился. И, скажем, то, что вот эта формула, скажем так, достойный продукт, хорошая цена и, главное, доступность, она перестала работать. То есть, наконец-то рынок вступил в стадию, где главным игроком на этом рынке стал покупатель. Именно борьба за каждого покупателя и стала приоритетом. Она всегда была для наших покупателей, но уже с прошлого года вот это то, что мы делаем, качественный рост. То, что сделать так, чтобы именно этот опыт общения с нашим брендом, с нашим автомобилем стал настолько хорошим, чтобы клиент именно купил наш бренд, и более того, он потом сказал своим друзьям, что действительно о своем позитивном опыте. И вот именно вот эта борьба за клиента является сейчас основной частью, скажем, нашей политики, и является, я считаю, залогом нашего успеха, потому что действительно из третьего десятка вырваться на второе место среди иностранных брендов, это очень большой скачок за такой короткий период. То есть мы начинали продавать там в районе 50 тысяч автомобилей, сейчас продаем порядка 200 тысяч автомобилей. То есть это много. И вот это еще раз доказывает, что то направление, которое мы выбрали, оно правильное. И еще бы, наверное, то, что хотел сказать, когда мы говорим
То есть какие все-таки основные стратегии, то есть если их так разложить по каким-то полочкам. Безусловно, автомобиль сам. Да, вот автомобиль — это та вещь, то есть без которого ничего невозможно. Это вот, если его нет, то что бы ты ни делал в продвижении, ты не можешь обманывать покупателя. То есть покупатель видит, он определяет. Продукт должен быть достойным. Да. То есть это действительно хороший автомобиль. Автомобиль хороший с точки зрения, как я считаю, еще раз говорю, дизайна, технологически, по цене. Да? То есть и каких-то вещей, которые сопровождают как-то гарантии, то есть каких-то набор услуг, которые с ним идут. Место продвижения, то есть место продажи, дилерские центры. То, чему мы уделяем огромное внимание, начиная от внешнего вида. То, что вот, ну, непосредственный контакт с покупателем, да, конечно. Потому что если вы посмотрите вот действительно на дилерскую сеть Kia, которых у нас 170, одна из самых широких сетей в России, 170 дилерских предприятий на данный момент, и все они, ну, в подавляющем большинстве, они отстроены в концепции «красный куб», так называемый, который мы стали продвигать порядка 2 лет назад. И вот я, скажем так, еще раз говорю, довольно давно нахожусь на этом рынке. Это первый случай в моей жизни профессиональной, когда после того, как вот эта вот реконструкция была проведена, дилер не просто относится к тому, что ну ладно, вы меня заставили что-то сделать, то есть да, я вложил свои деньги, это вам было нужно только вам, то есть нет, это на самом деле не нужно, но если уж вы так хотите, мне действительно бренд нравится, то есть ну ладно, хорошо, я сделаю. Хорошо, мы согласны. Да. То есть здесь первый раз в моей практике, когда дилер говорит, и это не мнение одного дилера, это целого ряда дилеров, который сказал, вау, у меня увеличился трафик в салон. Да, то есть из-за того, что автосалон стал выглядеть более привлекательно, как снаружи, так и внутри, увеличился поток покупателей. Процесс покупки и выбора стал более приятным. Да. Из автомобиля никто не уходит. Да. Вот. И, ну и, безусловно, обучение дилерского персонала, чему мы уделяем очень большое внимание. То есть обучение как отделов продаж, так и наших сервисной части наших дилерских центров. Этому тоже уделяется огромное внимание. У нас есть свой тренинг-центр. Мы проводим как на его базе обучения, так выезжаем к дилеру. То есть, причем для наших дилеров это бесплатно. То есть, что тоже не всегда встречается в этой индустрии. Поэтому забота о клиенте играет очень, очень важное значение. Ну, это очень универсальная, безусловно, очень успешная формула. И более того, мне, например, действительно было очень интересно услышать, что такие вот концепты шоппер-маркетинга, да, то есть построенные вокруг покупателя, что они получают применение в автомобильной индустрии, потому что я уверен, что ряд производителей до сих пор опирается исключительно на то, какой хороший продукт они производят, да, что он должен продавать сам себя, потому что там он хорошо сделан. Просто хороший, да, и все. Нет, этот концепт, я считаю, в текущей ситуации, может быть, он когда-то опять поменяется, когда у нас пойдет рост, к чему у нас есть все предпосылки и есть прогнозы. Но на данном этапе, когда рынок насытился, по такой формуле успешно работать невозможно. Знаете, немножечко про автомобильные тренды, да, как говорится, из первых уст. На сегодняшний день существует много проектов экоавтомобилей, электроавтомобилей, которые причиняют меньше вреда окружающей среде, и при этом, может быть, они являются экономичными там, во всех смыслах. Вот для вашей компании на сегодняшний день такое направление развития, оно представляет интерес? То есть вы двигаетесь в этом направлении? Ну, безусловно, да. То есть у нас есть довольно много разработок в этом направлении. У нас есть и электроавтомобили, и гибридные автомобили, которые мы продаем в мире. То есть у нас и в Америке есть продажи, и в Корее, и в Европе мы планируем со следующего года начать продавать электроавтомобили. Но все-таки здесь зависит от готовности рынка и от полноты использования уже тех существующих технологий. Mm-hmm. Потому что можно говорить про использование каких-то легких материалов, карбоновых материалов, которые, ну, автоматически, конечно, взвинтят цены на автомобиль. Потому что каждый автомобиль строится для своего ценового, для своей ниши, для своего покупателя. И если ты будешь предлагать в массовом сегменте автомобиль, который будет стоить непотребно дорого, то, ну, прекрасно, клиент, наверное, даже подсокает языком, но не купит, потому что он не готов это купить. Потому что, ну, когда ты говоришь, что автомобиль, электроавтомобиль класса С, то бишь в нашем случае это Серата или Сид, должен стоить порядка там, 40-50 тысяч долларов, ну, далеко не все готовы это купить, если он дальше не видит выгоды от этого. Поэтому, конечно, в то же время, где-то в странах, где это популярно, там существует огромное количество налоговых льгот.
начиная от налогов льготы, кончая даже... Мне кажется, мы не готовы пока еще. То есть пока что, вот, ну, к сожалению, на данный момент это не то, чем мы можем похвастаться. Я думаю, что здесь есть над чем работать. С обоих сторон, то есть с одной стороны мы разрабатываем технологии, правительство помогает нам их продвигать. Вот. Надеюсь, ну, когда-нибудь мы к этому придем, рано или поздно. Спасибо. С вами в эфире была программа «Формула продаж». Ведущий Ярослав Плинк и Татьяна Зайцева. А в гостях у нас был Артем Гусаров, управляющий директор компании Kia Motors Rus. До свидания, Артем. Спасибо большое. Спасибо.